Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Today's video is a really hard video, you know. When I get there, so I got a letter from some people, I don't know who write me. I got a letter about one young guy who is in a very difficult situation right now. And when I come there, I was really shocked, but I was even more shocked by his mother. But before this video is starting, please guys, subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of photo, video, and just thoughts from my head. Please subscribe. And of course, guys, if you like what we do, you can always support our channel. It's very important for us because YouTube in Russia, as you see, guys, YouTube in Russia is in a very difficult situation right now. Чего-чего, ребята, такой жести я давно не видел. А сколько тебе лет, расскажи? 33. А где ты сейчас спишь, расскажи? Вот здесь спишь? Вообще, у него мать здесь живет. Я звонила вечером, только на похороны пойти. Она его воровать даже заставляла или он сам? Давно ты ел? Да. Я ты. Это вот в голове не укладывается. Как такой человек может остаться один без присмотра? Он просто погибает вообще. Вы мама? Мама, да, Стас? Да. Если расскажешь, мы тебе добьем. Мы подъехали к общежитию, друзья, где живет человек, у которого нет половины черепа. Парень молодой, ему всего 30 лет. Но, честно скажу, я не уверен, что он сейчас здесь. Нам написали письмо о нем, что он просто погибает, что нет никакой помощи для него абсолютно. И он остался в очень сложной ситуации. Общежитие, конечно, жуткое, как и, в принципе, все вот какие-то постройки в небольших поселках. Пойдемте посмотрим, там ли он. Тебя не Стас зовут? Стас, да? Да. Сейчас поднимут. Просто жесть. Жуткое вообще, жуткое место. Он сидит. Стас тебя зовут, да? Да. Ты здесь один живешь, Стас? Да. Тебе помощь нужна какая-то? Да. Что сейчас, в чем ты нуждаешься, что тебе нужно, расскажи. У тебя была операция здесь, да, на голове? Да. Давно делали операцию? Давно. Ты сейчас с кем живешь? Один. А сколько тебе лет, расскажи? 33. 33. Сейчас я подойду, Стас, я по поводу Стаса хотел спросить. Парень нуждается же в чем-то, да? Ну, видите, да, нуждается и валяется, и... Ну, у него черепно-мозговая, да, какая-то, да, травма? Да. Откуда он, как он сюда попал вообще? Вообще, у него мать здесь живет. Мать живет? У него мать живет. Она живет вот где магазин у нас на втором этаже. Она живет. А она ему помогает как-то? Нет, она ему не помогает, она сказала, мне он не нужен. Я сегодня к ней подходила, она сказала, мне он не нужен. Не нужен? А что? А у нее еда, что-нибудь есть вообще? Где он живет? Ну, вообще у него квартира на первом этаже у нас здесь. А-а-а. На первом этаже. Но так ничего, вы видите, нет, ничего. Ничего нету, да. Стас, а у тебя с лицом, это тебя били, кто-то побил тебя? Когда мылся-то в последний раз? Ну, его сейчас недавно забирали, вот я не знаю, как... Стас! Покажешь нам, где ты живешь?
Иди покажи, где живешь. Покажи, где живешь. Мы тебе привезем еды. Ему там надо дверь открывать, он, например, ключ потерял. Там надо дверь открывать, он ключ потерял. У тебя ключа нет? Нету. И ты не можешь домой попасть? Да. Ну пойдем, мы поможем как-нибудь открыть дверь, попробуем. У тебя нет части черепа, да? Это вот это твоя дверь, да? Да. А ты давно там был? У себя дома? Давно. А где ты сейчас спишь, расскажи? На полу. На полу? А где? Вот здесь. Вот здесь спишь? С ума сойти. Это твой рюкзак, да? Да. И ты не можешь домой попасть? Не могу. Да, такую дверь не выбьешь, она стальная. А ключ потерял, да? Да. А где ты мог ключ потерять, не помнишь? В Москве. В Москве был? Да. А что ты там в Москве делал, расскажи. Работал. А кем работал? Напиловами. А то, что у тебя с головой вот это давно произошло с тобой? Да. А как это случилось, помнишь? Избивали полиция. Полиция избивала? Да. И потом тебе сделали операцию, да, в больнице? Да. Или что? А что тебе делали? Ты помнишь, как это называется? Трепанация. Трепанация черепа, да? Да. Ты сейчас хочешь как-то изменить свою жизнь, не знаю, как-то ее улучшить? Есть какие-то мысли? Да. Или тебе нужно в больницу попасть? Какие вообще мысли у тебя? В больницу. А что тебя сейчас беспокоит по здоровью, расскажи. Болит голова постоянно. Ты кушать хочешь? Да. Давно ты ел? Да. Сколько времени назад? Дня три. Четыре. Ты уже три дня ничего не ел, да? Да. А пить хочешь? Да. Так. Давай мы сейчас ездим в магазин первым делом, привезем тебе еды, хорошо? И постараемся найти слесаря в поселке, чтобы он тебе, ну, хоть как-то, не знаю, дверь сломал. Правильно? Да. Нужно сломать дверь, потом по новой сделать замок тебе, чтобы ты мог попасть в квартиру. На улице спать так себе история. Ты нас подождешь тогда, хорошо? Да. Ты запомнил, как меня зовут? Да, Сергей. А его? Это Дима. Он как раз твой ровесник. Мы тебе поможем, Стас, ладно? Да. У тебя есть проблемы с алкоголем? Нет. Ты не пьешь? Нет. Куришь, да, только? Да. А мама твоя тебе помогает? Нет. А почему, как думаешь? Пожалуйста. А из-за чего? Не знаю. Ты раньше нормальный был? Да. А скажи, тебе поставили какую-то пластину металлическую вот сюда? Или... Нет. Ничего? Нет. Там просто кожа у тебя? Да. Ладно, Стас, мы сейчас съездим за продуктами, за водой и приедем. И обязательно постараемся найти слесаря. Тебе надо отмыть, очистить и просто показать врачу. Понял? Да. Все, мы тебе поможем. Сейчас приедем, ладно? Да. Подожди нас тогда. Уж чего-чего, ребята, такой жести я давно не видел. Это вот в голове не укладывается. Как такой человек может остаться один?
без присмотра. Он просто погибает вообще. Ну ты видел? Это просто жесть. Это просто жесть. Здрасте. Здрасте. От него все отказались, да? Ну, в общем, да. Ну, если в двух смыслах, да. Ну, вот, ну, мама здесь живет. А сейчас, по-моему, вообще как растение. Что, Вика сказала, что я не умерла? Я звонила вечером, но только на похороны могла прийти. Все. Это мать так сказала, что сегодня, именно мне. И сегодня я сказала, Вика, ну, не вот, мать живет здесь вот. Да, где магазин. Ну а после вот операции этой, то есть его избили, да? Что операции не было? Ну это предположение, как будто что избили. Избили, сделали трепанацию черепа, да? Ему должны были что-то там вставлять, то ли пластины. Пластины. Он сначала приехал, сначала на вокзале начал, потом возле кафешки. Ага. Ну, вот, слушай, теперь живу тут. Здрасте. Слушайте, не подскажете, вот мы разыскиваем маму Стаса, парень такой инвалид, на голову. Да. Она была только сейчас дома, но то повредили, да? Она откроет дверь. Она где живет? Вот здесь вот? Вот в соседний подъезд, на втором этаже, прямо. Второй этаж и прямо, да? Да. И он еще ключ от квартиры потерял, он же там лежит просто на... под дверью, и как пес, и все. Ой, это... Ой, вы жуть. Даже не видите, как он и на станцию на лавке сутки лежал. Там возле кафе лежал 2 дня, наверное. Ага. Ну, это просто... И водички какой-нибудь без газов дайте, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Да, с детства, понимаете? Вот. Ну, на то самом... есть мать такая, да? Сейчас надо сначала маму вылечить. Она его в РВ даже составляла или он сам? Конечно. А, она, да? Сама. Да жуть. Дома сейчас его нет. Она и в каком подъезде живет? Оперативно, я в среднем. Вы в среднем, она здесь? Она там, да. Тогда мы туда пойдем. Мать ее, но она не откроет. Так, здесь живет мама Стас. Сейчас мы постараемся с ней поговорить вообще. Может, она прояснит ситуацию. Почему он в таком состоянии, жутко? Наверное, вот здесь где-то. Не открывай. А вы куда сейчас? Здравствуйте. А Виктория здесь живет, да? Да, он тут. Да. Все, мы найдем сейчас. Вик, ты дома? Я вообще думаю, ее нет дома. Ну, может, нет. А сколько лет? Наверное, 50 или около того. Ладно, сейчас самое главное, нам найти слесарей, открыть. Ну как? Квартиру. За ключами пойдем к дяде там. Да. Там с дома болгарку. Вот, мы туда, да? Все, отлично. Все, ладно, спасибо вам, всего доброго. Ну что, в общем, подъедет сейчас слесарь туда. Постарается открыть дверь, чтобы парню хотя бы было где спать. Сейчас приедет слесарь, и мы тебе спилим дверь. Понял? Ты не против же? Нет. Тебе надо туда зайти, правильно? Да. Ну все. Бери еду. Держу. Покушай прямо сейчас. Будешь еще? Будешь? Ну все, тогда пускай не спать. А вот окна этого Стаса. Через окно залезть не вариант. Здесь решетки, да и смысла нет. Замок не открывается изнутри никак. Здрасте. Вы мама? Мама, да, Стас? Да. Ну понятно. Вот. Но он в тяжелом состоянии находится у вас. Находится. Я, понимаете, я когда приехал в Калуги, я, наверное, 2 года его не видела. Где он там? В Москве он был. Угу. Я приехала, вот это все увидела. Угу. Я попыталась, вызвала скорую, вызвала полицию. То бросили, как собак. Его бросили прям под лавку. То есть вы уже его нашли вот с пробитой головой? Да, такой, да, 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 да. Ну, я сюда пришла. Вот так вот машина стояла. Да. Полицейский, правда, он не по форме был одетый, угу. Ничего, просто вот так. И этот вот в таком состоянии.
вот в таком состоянии, только у него еще череп пробитый не был. Не был. Не был пробитый череп. Ага. Ну, машина стояла, не полицейская, он тоже ага. не по форме был одетый. Ага. Вот, я говорю, ну что мне делать? Говорю, я только приехала с дороги. Мам, есть это. Не надо тебе курить, пожалуйста, Стас, иди сядь. Иди, иди, посиди, иди. Вот, и это, он говорит, я его забираю. Ну, он забрал его, вроде увез. Ну, я пошла домой, потом проходит неделя, я начинаю звонить. Начинаю звонить ему на телефон, абонент, не абонент. Я сидела у кума, у меня кум с Москвы, сюда тоже приехал. Вот, и он говорит, а где он делся? Я говорю, я не знаю, говорю, уже неделя вторая пошла, его нету. Он говорит, Вик, надо разыскивать. Но он не спросил, как происходило. Я говорю, он не по форме мужик был. Ну, понятно. Не представил удостоверение. Он, говорю, сказал, что он его заберет. Он говорит, давай, Вик, будем с тобой обзванивать все. Звонили в больницу, мы и в морге. Мы, короче, всех обзвонили. Да, то есть мужик его этот забрал, да? Да, и он исчез. Стас исчез, понимаете? Ага, исчез, так. Вот, мы полицию звонили. Мы только куда не звонили. Мы сидели долго с ним на телефоне. Вот. И кум мне говорит, Вик... Он же, говорит, не по форме был. Я говорю, нет. А может, какой, говорит, приехал жулик. Там, ну, жулик, да, может, его где в лес вывезли, убили. И мы начали. Он говорит, давай звони через МЧС. Я звоню в МЧС, рассказываю вот эту всю ситуацию. Они, говорит, мы вам перезвоним. Часов 6, наверное, я не помню, по времени точно. Они мне перезванивают, говорит, как вы не нашли? Он Сухинчик, больница от алкоголя лечится. Я говорю, как? Мы Сухинчи. Я говорю, у меня свидетель есть, что мы всем звонили. Вот. Потом, ну ладно, я со спокойной душой думаю, ладно, он в больнице, туда-сюда. Вот, уехала на работу. Он мне сам звонит. Сам мне Стас звонит и говорит, мам, я в паликах. Я говорю, как? Мне здрасте. Только... Здрасте. Не мешайте пообщаться, пожалуйста. Ну, общайтесь. Да. Вот, и это самое. Мам, я в паликах. Я говорю, что случилось? И он мне начал рассказывать, я не хочу, чтобы люди слышали, потому что он мне начал рассказывать. Дело в том, что, говорит, мам, меня увезли в полицию, избили до такой степени, мне сделали трепанацию черепа. А я еще по телефону дура говорю ему, сволочь, не ври, не ври, ты лежал Сухинчик в больнице. Он говорит, мам, и он мне рассказал, что они ему череп пробили, когда отвезли на трепанацию черепа туда, в Калугу. А когда я начала в розыск подавать, его прям погрузили в скорую и привезли в Сухинчик. Сухинчик, почему он убежал, они каждый день приходили и говорили, если расскажешь, мы тебя добьем. Да? Вот, да. И он убежал. Он, по его словам, так было, понимаете? Он убежал. Вот, я приезжаю сюда, его уже тут нету. Вот, я звоню родственникам, привет, Ром. Звоню родственникам, они говорят, он в Москве в приюте в каком-то. Вот, потом они мне звонят, говорит, он в Туле. Потом опять они мне звонят, у меня номер на один есть, они в устах наши, родом москвичи. Они мне звонят, он 2 недели, говорит, с Тулы убежал, с Тулы. 2 недели шел пешком до Москвы, опять до этого приюта. Там бабка Татьяна Степановна, я фамилию не знаю. Сейчас он после этой трепанации так себе, да, он как растение. Нет. Он все соображает. Я просто к тому, что мы можем найти поликлинику, чтобы вот его положить, и платно можем положить его в Калуге. У меня финансов нет. Не, у нас есть финансы, есть? Да. У нас есть финансы, и мы его пролечим. Главное, чтобы он был согласен. Вы бы его хоть отмыли. Он тогда согласился. Все, а где я его отмой? Мне муж сказал категорически не запускать не квартиру. Не запускать квартиру? Иначе мы с тобой, говорит, разведемся. Люди живут здесь без скорой, без фельдшеров, вообще никого нет. Хотя, ну, она в отпуске, ну как это, блин. Да, ну надо же какого-то другого, наверное, фельдшера. Заходи домой, Стас. Спасибо, парни, огромное вам. Спасибо большое. Спасибо. Круто, теперь он может домой зайти. Здесь просто трэш.
Да, в таком пакете у него были целиком документы. Он залазил. Через это окно нереально. Посмотрите, какие решетки спилили. Вот маленькую дырочку, он, соседка говорит, он залазил. Да в какую дырочку? Ну вот, которая была здесь дырочка, он в нее залазил. Да здесь не было ни одной дырочки, видите, спилили, смотрите. Вот эти все решетки спилили. Здесь вот. Какую дырку-то лазил? Вот я и говорю, вот вы представьте визуально, вот как здесь шли решетки. Я вот они так и были. Тут нет дырки. Все говорят, реально все говорят, что он залазил. Это невозможно вообще. Ну вот невозможно, но он залазил. Так. Ой, девочка, теперь она приедет. Приняла вызов, я сказала, он совсем ненормальный. А, скорая приедет, да? Отлично. Не-не, скорая сейчас приедет. Все будет отлично. Сделают укол ему. Да, надеюсь. Да. Да. Слушай, ты давно здесь не был? Скажи, пожалуйста. Да. Сколько времени? Иди посмотри. Скажи. Месяца два. Месяца два, да, не был? Да. Здесь и диван был. Но сейчас, учитывая, что у него с головой, я думаю, его, конечно же, нужно в больницу обязательно. Надо хоть матрас вот этот сейчас попробую кинуть туда на кровать, я не знаю. Все, ладно, сейчас скорая приедет, сделает ему. Вот она, кошка. Thank you guys for watching this video. I really appreciate for your support, for your comments. I really need your opinion about what you saw today. Please text the message. Please subscribe to our channel. Subscribe to my Instagram. Thank you so much, guys, again. Thank you guys who are support our channel. This is the biggest help from you. I wish you good health and see you in the next video. Bye.